это отношение Саджоули к музыке. Он называет это так: музыка как причина заболеваний, как средство исцеления. И когда мы говорим о музыке, безусловно, целебные свойства музыки были известны еще в античности. Прежде всего, мы можем вспомнить и Пифагора, который считал, что у каждого человека есть своя определенная вибрация. А мало того, эта вибрация существует у каждого органа любого человека. И больной орган, что мы знаем из системы Гиппократа, вибрирует немножко по-другому. И задача выровнять эту вибрацию так, чтобы боль ушла, как один из вариантов. Кстати, здесь есть и музыкальные инструменты, которые тоже связаны с вибрацией. Прежде всего, это варган или хамуз. И помимо этого, самыми первичными как бы такими музыкальными инструментами, конечно, являлись барабаны, звук барабана тот же самый, или трещоток. Ну, на самом деле, разные вариации были. Сейчас мы будем с вами их более подробно рассматривать, но прежде всего вибрация, да? Мало того, все на планете, нашей планете, имеет свою вибрацию, и уже в 20 веке было установлено, что эти вибрации магнитного поля есть у каждой планеты, у каждого космического объекта, который имеет свою определенную особенность. И здесь, конечно, мы должны понимать особое отношение к музыке, да, потому что у каждого человека наличествует определенная какая-то своя линия, своя музыкальная особенность, да, своя музыка, внутренняя музыка, что мне очень нравится у Пифагора. То есть у каждого человека есть свое число и своя вибрация. Ну, а в первобытных обществах, конечно, первоначально это было пение, звуки барабанов. И зачем это было необходимо? Для того, чтобы усилить воздействие лекарственных трав. Ну, и в качестве отдельного лекарственного средства тоже использовалось. И, конечно, у индейцев и у жителей, допустим, народов Крайнего Севера это используется и сейчас. Это бубен, это хамуз или варган. То есть, это как раз классические музыкальные инструменты народов, которые... Ну, я бы сказал, сохранили себя для нашей цивилизации еще достаточно хорошо, да? То есть, когда наша цивилизация не позволила себе вторгаться столь сильно в их культуру, потому что подобное вторжение, конечно, обязательно грозит уничтожением этой культуры, старой культуры. И это мне напоминает тропинки в тундре, да? Если в тундре проезжает грузовик, то следы от шин остаются навсегда, они больше не зарастают. И, конечно, это особое отношение как раз к подобной музыке. Но традиционные истории у первобытных народов были следующие. Да? Лечили, просто сидя около пациента несколько человек, напевая песни под аккомпанемент какой-нибудь тыквенной погремушки, условно говоря, как, допустим, у народа Оджимба, да, такая вот история была. Получается, что при помощи пения можно было исцелять раны. Но представьте, что вот лежит раненый человек, и вокруг него собрались люди и поют «Солнышко мое», «Лесное», да, и так далее. Вот действительно, целительные свойства музыки были известны из древних времен. Допустим, финский эпос «Калевала», там речь идет о Вайнамьянине, мудреце, который своей музыкой смог смирить ярость толпы и погрузить людей в гипнотический сон. В Библии описывалось, что царь Саул, который был мучим злым духом, позвал к себе Давида, искусного игрока на арфе. И когда злой дух спускался на Саула, то Давид, взяв арфу, играл, и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него. Музыка, конечно, особое внимание занимала в Греции. В частности, Гомер повествует о том, как Автолик своим мелодичным пением останавливал кровь, текущую из раны Виллиса. Ну, а, конечно, более всего это Пифагор. Да? Пифагор, согласно Порфирию, изучал определенные мелодии и ритмы, которые оказывают исцеляющее, очищающее воздействие на действия и чувства человека и возвращают его душе первоначальную гармонию. И это же средство он применял к болезням тела и разума, что важно, да, музыка лечит разум. По вечерам, когда его ученики собирались расходиться, он освобождал их от всех волнений, укрепляя их иногда колеблющийся разум и насылая мирный сон с приятными, а иногда даже пророческими сновидениями.
Когда они утром пробуждались, они прогоняли сонливость с помощью специальных песен и мелодий. У нас иногда пробуют прогнать сонливость при помощи специальных мелодий, когда на максимальную громкость в машине включают музыку, и вся машина начинает дергаться. Хорошо, что стекла не разбиваются, но все равно, наверное, человек хочет себя разбудить. Ну, у тех, у кого настроение очень хорошее, еще окна открывают, чтобы по утрам все люди вставали и радовались, что они тоже встали. Но очень важно, что Порфирий также такой случай описывает, когда после безуспешных попыток усмирить пьяного, который собирался из чувств мести поджечь дом соседей, Пифагору удалось успокоить его при помощи музыки. Да, сейчас звучит как-то немножко для нас странновато, но на самом деле это очень важно, что музыка действительно воздействует. И наверняка вы обращали внимание, громкая музыка по-особому влияет на котят, на птиц. Котята начинают бегать по потолку, если включаете очень громкую музыку. Но особенно это, конечно, у крупных птиц, у попугаев очень хорошо заметно. Допустим, попугай Ара, который начинает танцевать под музыку. У него абсолютный музыкальный слух, прекрасное чувство ритма. Как они танцуют под разную музыку. Но самое страшное, как они танцуют под хэви-метал. Очень, кстати, похоже на людей, которые слушают эту музыку. Тоже один из вариантов. Но сейчас мы будем разбирать как раз особенности музыки, тогда будет немножко более интересно. У Платона считалась музыка важным средством психотерапии, и в образовании музыка тоже играла существенную роль. В его «Республике» он это описывает. Он пишет так: «Ритм и гармония уходят глубоко в укромные уголки души и занимают там место, принося с собой красоту тела и ума, которые можно найти лишь у тех, кто правильно воспитан». Аристотель среди разных функций музыки упоминает прежде всего эмоциональный катарсис. Да? И здесь очень интересно, такие пересечения с психоанализом идут. Эмоциональный катарсис. Слушая музыку, вы лучше и больше познаете себя. Но, допустим, в эпоху Древнего Рима, в эпоху Ренессанса, в 18 веке музыка, конечно, в любую эпоху играла очень большую роль. И для нас здесь более интересен труд, книга называется «Музыка и медицина», автор Армен Карапетян. Рекомендую почитать «Музыка и медицина», Армен Карапетян. А в XIX веке под влиянием материализма музыкальная терапия как таковая была опровергнута. Считалось, что при помощи музыки невозможно познать внутренний мир человека, и музыка в XIX веке стала цениться более всего, как военная музыка. Она и до этого также ценилась, безусловно, потому что военные оркестры не для того, чтобы было красиво, военные оркестры для того, чтобы люди, которые идут на смерть, не чувствовали страха. То есть это обязательно громкая музыка, это обязательно ритмика, это барабаны должны идти, и, безусловно, духовые инструменты, которые тоже несколько подстегивают человека, повышают его воинственный дух. Если сегодня в первой части я упоминал в отношении оборотничества, то здесь вспоминайте викингов скандинавских, которые нарочито представляли перед боем себя либо медведями, либо волками, входили в это состояние, безусловно, при помощи определенных химических веществ в том числе, но они не чувствовали страха, в них вселялся дух вот этого животного, тотемного животного, и вели они себя именно так, но при этом обязательно при помощи музыкального воздействия это происходило. Конечно, кого еще здесь можно порекомендовать с точки зрения книг, посвященных музыке и состоянию здоровья, это Хектор или Гектор Шаме. Хектор Шаме. Книга «Влияние музыки на здоровье и жизнь». Вот он там приводит много примеров исцеления под влиянием музыки. Ну, допустим, приводит такой пример. Женщина, которая страдала эпилепсией, припадками эпилептического плана, и однажды она слушала музыку и вдруг почувствовала симптомы приближающегося припадка, но припадок не произошел, потому что ей удалось все внимание сконцентрировать именно на музыке. Таким образом, она смогла преодолеть начало приступа. Ну, а в 20 веке музыка также играет существенную роль. Здесь, конечно, я обращаю ваше внимание
на труды Бориса Михайловича Теплова, который, помимо того, что окончил университет, он окончил еще и консерваторию. Он прекрасно играл на фортепиано и часто из университета переходил через дорогу и приходил в консерваторию в Москве. Да? И вот там слушал музыку или играл с коллегами со своими, играл на фортепиано. Вот он особое внимание уделял также военной музыке и ее роли с точки зрения поддержания боевого духа военных людей. Ну и по сей пор военные оркестры, это, конечно, красиво, это здорово, но не забываем, что ключевым в военных оркестрах является более прикладной аспект, а отнюдь не романтика, которая, ну, сейчас тоже важна, но как бы прежде всего немножко другое. Основными элементами музыки являются ритм, тон, мелодия, гармония и тембр. Ну, давайте их более подробно рассмотрим. Итак, ритм – это первоначальный и, пожалуй, базовый элемент музыки. У первобытных людей музыка состояла только из ритма. И это действительно можно назвать сердцем музыки. Ритм оказывает сильное и непосредственное влияние на человека, которое распространяется на тело и на его чувства. Здесь приведу пример. В моем кабинете в университете стоял аппарат, который воспроизводил разные звуки, среди них было сердцебиение. И очень тихо я включил именно сердцебиение, еле-еле слышно, и спрятал этот аппарат за штору. Ко мне пришли дипломники, и я сказал, что сейчас я немножко поработаю с бумагами, а после этого пообщаюсь с вами. Вы можете прямо в кабинете у меня подождать. И пока они общались, сердцебиение это так и еле-еле было слышно. Я-то знал, что оно есть, но они не знали. И вдруг через несколько минут они одновременно сказали несколько слов одновременно, именно практически хором, удивились, рассмеялись опять одновременно. Ну, на языке НЛП это называется рапорт. Вот. И тогда я остановил свой эксперимент и сказал: вот смотрите аппарат, там работает сердцебиение. И объяснил, что плод, находясь в утробе матери, ориентируется на звуки материнского организма. А человеческий организм шумный, он и при жизни шумный, да, и после смерти шумный, да, по ряду причин. Вот. А во-вторых, что здесь очень важно, на сердцебиение. И отсюда уже у человека, рожденного, особое внимание уделяется ритмическому повторению определенных каких-то звуков. Эти звуки могут нас успокаивать и убаюкивать. Это то, что потом мы можем называть повторяющимися звуками, как звуками природы той же самой. Или, допустим, техническими какими-то звуками, как, допустим, стук колес поезда. Да? Это тоже, кстати, убаюкивает. И опять же ведет нас к воспоминанию плода, вот тому, что было, да, в состоянии плода и его запоминание определенных звуков или ритмов, правильно сказать. А когда убыстряется этот ритм, естественно, и у нас этот ритм тоже убыстряется, сердцебиение прежде всего. Поэтому, когда вы слушаете какую-то динамичную музыку с хорошей ритмикой, да, вы тоже немножко меняете свое поведение. А если вы идете в наушниках, включаете музыку с ритмом определенным, через какое-то время обращаете внимание, что ваша походка, ваши шаги начинают повторять этот ритм. Не то, что подпрыгивая или перепрыгивая, имею в виду ритмика, общая ритмика шагов будет очень похожа. И действительно, вся органическая жизнь в этом мире основана на различных ритмах. Да? И свойства ритма – это прежде всего дыхание. Сбивая дыхание, мы сбиваем мышление. И наоборот, замедляя дыхание, мы замедляем мышление. Мы становимся более осмотрительными. Это тоже очень важно. То же самое и тончайшие ритмы в каждой клетке, в каждой молекуле, в каждом атоме. И существуют, конечно, ритмы деятельности и отдыха. И важно, что музыкальные ритмы также обладают сильным воздействием на ритмы организма. Иногда стимулируют их, иногда их замедляют, иногда гармонизируют, а иногда нарушают. И разнообразные и сложные ритмы присущи и психической жизни индивида, то есть это возбуждение, депрессия, радость, страдания, вялость, бодрость, слабость, сила, интроверсия, экстраверсия, они обычно сменяются, ритмически сменяются у нас, и эти состояния очень чувствительны к ритму музыки. В некоторых видах деятельности ритмы тела или эмоциональные и музыкальные ритмы переплетаются в единый ритм. Это прежде всего танец.
И в пластике танца мы можем увидеть живую музыку, которая отражает все внутреннее существо человека. Кстати, есть направление танцевальной терапии, да, где как раз завязывают глаза участникам этого тренинга и просят мысленно сначала прочувствовать какое-то состояние, потом попробовать его станцевать, в том числе и с определенной ритмикой. Допустим, состояние тревоги, состояние депрессии, состояние страха. И эти танцы, и не нужно наблюдать со стороны, он должен внутренне их прочувствовать, тогда он более себя познает. Кстати говоря, у истоков танцевальной терапии стоял тот же самый Карл Густав Юнг. И к танцевальной терапии имеет прямое отношение Айседора Дункан, одна из жен Сергея Есенина, ну, в определенный период времени, разумеется. Вот здесь также мы должны особое внимание уделять тому, какое воздействие этот ритм оказывает на внутреннее состояние человека. Если человек находится в состоянии депрессии, то, естественно, быстрая ритмика будет усиливать его эмоциональные переживания. Поэтому здесь нужно очень аккуратно использовать это. Второе – это тон. Тон, ну, каждая нота, да, она физически вызывается определенными вибрациями, оказывает физическое и психическое воздействие на нас. Звук оказывает большое влияние на неорганические субстанции, и с помощью их можно делать так, чтобы, допустим, на песке возникали геометрические фигуры, да, элементарно. На динамик кладете какую-нибудь пластиковую крышечку и на нее насыпаете песок. После этого включаете музыку громче и видите, как этот песок начинает подпрыгивать, и тем самым постепенно образует некую фигуру, да, такую немного напоминающую даже мандалу. Мало того, звук оказывает влияние на неорганические субстанции, как я уже сказал, или, допустим, звук также может воздействовать достаточно сильно, как звук определенной частоты, который может разбить то же самое стекло, как один из вариантов. Ну и иногда оказывается, что вибрирующие субстанции более на нас воздействует. Очень хорошо известно, что вибрацию слышат не только змеи, да, они ориентируются на вибрацию, но вибрацию слушаем и мы. И интересно, что есть специальные вибрационные наушники, которые внешне особо не слышно сильно, но вы слышите их прекрасно, потому что, прикладывая их на уровне виска, вот сюда вот вы начинаете очень хорошо ощущать не только вибрацию, но и звук. Это очень интересное, на самом деле, изобретение. Ну и, конечно, вибрация может давать довольно интересные переживания с точки зрения психических переживаний прежде всего. А эффект усиливается, когда мы используем не изолированные звуки, а последовательность тонов, и когда эффект каждой ноты усиливается в сочетании с нотами другой частоты. Здесь, конечно, еще, пожалуй, что я не сказал, вот я сейчас подумал, по поводу ритма очень интересные есть опыты музыкальные, когда плавная мелодия сначала идет, потом ускоряется. Иногда бывает мелодия динамичная, а пение плавное. Сочетание плавного и динамичного, как некий когнитивный диссонанс, может оказывать достаточно положительное воздействие на подсознание человека. Следующая составляющая музыки – это мелодия. Мелодия – это сочетание ритма, тона и акцентов. Соответственно, появляются определенные музыкальные единицы или законченные группы, которые мы называем мелодиями. И мелодия – это плод творческой активности композитора. Ну, если мы говорим на языке психологии, творческие произведения создаются на разных уровнях бессознательного, часто в сверхсознательном создаются, и очень часто музыкальное произведение очень сложно выразить словами, но в то же время его можно прочувствовать, в чем особая прелесть музыки. В мелодиях соединяются разные музыкальные элементы, очень хорошо отражаются эмоции, и мелодия оказывает сильное воздействие на слушателя, вызывает не только эмоции, но и ощущения, побуждения, образы, и влияние их распространяется на нервную систему, на дыхание, на кровообращение, ну и на другие жизненные функции организма. Следующая – гармония. Если мелодия возникает из последовательности звуков, то гармония
возникает из одновременного звучания нескольких тонов, которые соединяются в аккорды. И в зависимости от соотношения звуков в результате появляется либо гармоничное сочетание, либо неприятный диссонанс. И то, и другое имеют физиологические и психологические эффекты. И таким образом преобладание диссонанса в современной музыке на самом деле подталкивает нас к тому, что и случается рассогласование в психике слушающего. А отсюда появляется большее количество конфликтов и кризисов, которые могут беспокоить современного человека. И действительно, таким образом дисгармоничная музыка при помощи сугестии, внушения усиливает и приумножает негатив или даже зло. И если вы внимательно послушаете современную музыку, много дисгармоничного, да, которое считается модным, странным, непонятным, но здесь особое внимание нужно прежде всего уделить тому, что гармоничную музыку любят слушать животные, любят цветы. Цветы под гармоничную музыку лучше растут. Следующий тембр. Тембр – это различение в характере и структуре различных музыкальных инструментов. Ну, сюда включается человеческий голос, он тоже имеет тембр определенный. Работа с этим тембром – это то, чем когда-то занимался Озгуд, изучая особенности голоса, особенности интонации. Итак, тембр придает звуку особое свойство, которое сложно словами определяется, но легко распознается, поскольку вызывает специфическую эмоциональную реакцию, а часто и психологическую реакцию. И каждый, кто имеет хоть незначительную чувствительность к музыке, ощущает разницу в впечатлениях, которые производит игра на скрипке или на флейте, допустим, на арфе или на трубе, когда звучит сопрано или бас, и композитор, сочетая различные инструменты в оркестре, может вызывать довольно сильный психологический эффект от тембра звука. А теперь давайте рассмотрим негативное воздействие музыки. Прежде всего, нужно заметить, да, может быть, для вас это будет чуть-чуть открытием, надеюсь, что нет, что все, что оказывает воздействие, может одинаково быть употреблено как на пользу, так и на вред. Все есть яд и все есть лекарство. И также нужно особое внимание обратить на то, что медицинская полезность музыки не совпадает с ее эстетической ценностью. Музыка может быть плохой с точки зрения искусства, но безвредной. И в то же время произведения лучших композиторов могут причинять вред. По отношению к вредной музыке мы можем сказать, чем выше ее эстетическая ценность, тем более пагубно ее влияние. Здесь, конечно, вспомните Франца Шуберта «Зимний путь». Вот само по себе произведение красивое и звучит красиво. Но проблема заключается в том, что вот этот вокальный цикл «Зимнего пути» – это сам Шуберт называл его венком жутких песен. Там 24 песни, где идет блуждание неприкаянной души среди неприглядных зимних пейзажей. Действительно, произведение с точки зрения эстетики красивое, с точки зрения воздействия на подсознание пагубное. Поэтому особое внимание на это нужно обратить. То же самое касается некоторых классических произведений, допустим, Стравинского, да, когда внешне смотрится и слушается более-менее нормально, но, признаться, дисгармонично. Вот вредное воздействие музыки на тело и разум, ну, объясняется разными факторами, и прежде всего это качество музыки. Но есть и другие второстепенные такие вот характеристики. К ним относится время прослушивания, то есть в какое время – утро, день, вечер, ночь. Иногда сюда относятся сочетание и последовательность разных видов музыки. Сюда же относятся и психофизиологические особенности слушающего.
и конкретное психологическое состояние, в котором человек пребывает на данное время, да, и действительно отдельная музыка может усугубить его состояние, усилить его, довести его до негативного, до более сильного негативного переживания. Ну вот человек, который более чувствителен к музыке, чувствует, ощущает в себе какие-то яркие, сильные эмоции, воспримет музыку совсем не так, как, допустим, человек, который эмоционально холоден, не чуток, или, допустим, интеллектуал. Интеллектуал старается холодно воспринимать все, что происходит, для того, чтобы держать под контролем. Влюбленный человек будет чувствовать более сильное воздействие музыки эротического плана, нежели чем, когда страсть утихла и остались лишь какие-то холодные разочарования. Тогда какие-то любовные мелодии, любовные песни будут вызывать у него негативные переживания. А когда у человека чувствительность аномально высока, музыка может стать и причиной серьезных расстройств. Ну вот, допустим, Макдональдс Хастингсон проводил исследование музыкальной эпилепсии и рассмотрел 20 случаев, 11 из которых были его собственными пациентами. И у всех индивидов эпилептические припадки были вызваны музыкой. Вот, это Хоуэс написал такую книгу «Человек, разум и музыка». Вот откуда этот источник. На концертах часто программа составляется таким образом, чтобы различные и противоположные произведения исполнялись одно за другим, чтобы вызывали некоторый диссонанс эмоций, чтобы был некий конфликт. В частности, успокаивающее воздействие одного произведения разрушается волнующей музыкой другого произведения. А бодрое настроение третьего произведения может быть обесценено четвертым произведением, которое достаточно минорное, или даже депрессивное, тот же самый «Зимний путь», допустим, да, элементы его. И вот подобные контрасты может оценить эстет, но психолог или врач, или психотерапевт не может одобрить никак, потому что когда на человека обрушивается слишком много музыки на больших концертах, допустим, это может вызвать и нервную усталость, и психологические расстройства. Музыка, которая оказывает вредное воздействие, может побуждать инстинкты или апеллировать каким-то низким страстям человека благодаря своему чувственному характеру. Ну, такие музыкальные произведения присутствуют. Допустим, это у Вагнера есть Венесберг, допустим, да, или сцена из Соломеи у Штрауса. Вот. Ну, а если мы говорим о современной музыке, то, конечно, здесь разрушающая музыка преобладает, потому что отсутствует мелодия. А если мы говорим о еще одной разновидности таких вот разрушающих видов музыкальных произведений, это меланхоличные, депрессивные музыкальные произведения, которые могут отражать томление, тоску, страдания, отчаяние. И такая музыка может, с одной стороны, обладать большими достоинствами и приносить успокоение или даже высвобождение эмоций для композитора, но в том-то все и дело, что на слушателя он выкидывает все свои переживания в чистом виде. И это очень сильно напоминает идею Курта Чампиона Тойча, который в качестве второго вида неразрешенных проблем называл как раз способ вынесения их на другого человека. То есть это могут быть дети, свои дети, это могут быть вторая половина, родственники, соседи, домашние животные. А когда мы говорим о людях, которых что-то создают, это могут быть их произведения, как литературные, так и музыкальные. Вот. И, конечно, здесь вот к таким депрессивным тенденциям относятся, ну, отдельные произведения Шопена, его ноктюрны, там много у него достаточно подобных состояний. Несчастная душа, мучительные страдания, меланхолия, тоска, тоска по дому. И, конечно, вот в этой сентиментальности томной будут хорошо себя чувствовать некоторые юные девушки в состоянии томления, условно говоря. Но очень плохо будут чувствовать себя те люди, которые устали уже от определенной, от некоторых состояний, да, довольно напряженных, сложных, они будут их выматывать. Эта музыка для них будет очень и очень негативного плана. Ну и если вспомнить, допустим, уроки музыки в школе, наверняка, когда я прошу моих слушателей прослушать Камиля Сен-Санса,
из карнавала животных черепахи, прошу вспомнить, что там написано, да, вот какая мелодия там присутствует, откуда он взял эту идею, когда они начинают слушать, у них на лице такое тоскливое томление, как будто бы на уроках музыки сейчас заставит полчаса слушать какую-то нудятину. Вот они уже мучаются, это уже видно у них на лицах, и только потом у некоторых из них появляется улыбка, когда они понимают, откуда эта мелодия взята композитором. А, это небольшая миниатюрка, называется «Черепахи». Да? У него было прекрасное чувство юмора. Еще один тип музыки, который может принести вред, это композиции, которые могут являться экспериментальными, с формами музыкального выражения, ну, связанные с диссонансом. Классическое для меня это, допустим, Стравинский, да, вот, или, допустим, неровный бешеный ритм, и поэтому могут считаться отражением современного человека в состоянии стресса или напряжения. И современные танцы, современная музыка или уже ныне классическая музыка, как то джаз, это все равно в некотором плане сверхстимуляция к разрушению с некоторым влиянием синкопических ритмов, синкоп. Да? И вот о таком вредном влиянии джаза в своем эссе когда-то писал Ховард Хэнсон. Он писал так: «Я боюсь задумываться о том, какое воздействие музыка будет оказывать на следующее поколение, если нынешняя школа хот-джаза будет беспрепятственно развиваться. В основном эта музыка грубая, хриплая, банальная. От нее с легкостью можно было бы отделиться, если бы не радио в огромных количествах, час за часом, ночь на ночью, затопляющие американские дома этими звуками, под которые танцует, играет и даже учится наша молодежь. Возможно, у них развился иммунитет к ее воздействию. Но если нет, если массовое производство этого звукового наркотика не будет остановлено, мы можем превратиться в нацию невротиков, которым не поможет даже опытный психиатр. Поэтому развитие музыкальной терапии представляется хорошим знаком. Возможно, музыка сможет послужить противоядием от себя самой». Это было написано в 30-е годы 20 века. Сейчас у нас много достаточно разрушающих мелодий, и вы можете просто включить пасть радиоприемника и услышать, как из этой пасти изливается нечто, что иногда называют музыкой. Но на самом деле эта музыка бывает достаточно сложной и тяжелой, нужно просто немножко задуматься, какие эмоции у вас эта музыка вызывает. Ну, а есть даже такая шутка, что один мальчик забыл дома наушники и умер в маршрутке от передозировки шансона. Жалко мальчика. Но мы идем с вами дальше. Вот, допустим, Уильям Джеймс в своих «Основах психологии» писал следующее: «Нет более презренного человеческого характера, чем характер бессильного, сентиментального человека и мечтателя, всю жизнь проводящего в волнующем море чувствительности и эмоций и не совершающего ни одного конкретного человеческого поступка. Руссо, своим красноречием пробудивший всех французских матерей следовать природе и самим воспитывать детей, в то же время отправивших своих детей в приют для подкидышей, Руссо так и сделал со своими детьми, но написал, между прочим, книгу о воспитании Эмиля, где как раз воспитатель правильно обучает Эмиля, что он должен делать. И Лев Толстой, как большой ценитель Руссо, слава богу, своих детей оставил при себе, но ладанку с изображением Жана Жака Руссо носил у себя на груди вместо креста. Это началось у него, когда он был студентом. Ну, правда, студентом тоже необычно был, но ничего страшного. Возвращаюсь к Джеймсу. Даже излишнее увлечение музыкой для тех, кто не является исполнителем и не обладает достаточным дарованием, чтобы воспринимать ее чисто интеллектуально, возможно, оказывает расслабляющее воздействие на характер. Человека переполняет эмоции, которые, как правило, проходят, не выразившись ни в каком поступке, и таким образом сохраняется инертное сентиментальное состояние. В качестве лекарства нужно установить для себя правило – никогда не переживать эмоции на концерте без того, чтобы не выразить их каким-нибудь активным образом. Поэтому, если придете на концерт в консерваторию, можете танцевать. Ну и еще один момент. Музыка может и оказывать вредное воздействие на самих исполнителей, которые подвергаются комбинации эффектов Паса Джоули. Да, это мышечная, нервная усталость, ну, как следствие интенсивных занятий музыкой и большого количества музыки, как
исполненного, так и услышанного. И здесь, конечно, вот с точки зрения джаза, если будет интересно, изучите биографии наиболее известных авторов джазовых произведений и посмотрите, как много в их жизни было гармонии. Это тоже очень хорошо, ну, на мой взгляд, идет практически рядом с идеями Ассаджиоли с точки зрения джаза. Я не говорю, что джаз плох, иногда очень уместно его слушать. Я люблю его включать в машине, когда где-то нахожусь в пробке, мне так удобнее. Вот. Но джаз слушать все время, конечно, эта тема очень специфическая. Джаз можно слушать тогда, когда вы решаете какую-то задачу, которая не решается. Это импровизация. Это очень интересная импровизация. Здесь есть своя мелодика, но это мелодика хаоса. Если мы говорим о мелодике хаоса, это уже Бенуа Мандельброд, который занимался теорией хаоса. Но все-таки. Возвращаемся к Ассаджиоли. Музыканты-исполнители должны укреплять свою волю и контролировать эмоции, а также помогать себе использовать релаксации для того, чтобы не цеплять на себя воздействие разных музыкальных произведений, которые они играют. И особое внимание Ассаджиоли уделяет музыке к фильмам. Да? Вот когда кино появилось изначально, синематограф классический, да, то синема или синематограф был связан с тем, что там играл топер, играл на фортепиано, и уже с самого начала музыка, музыкальное воздействие оказывало особое влияние на визуальные картинки, которые люди видели на экране. И, конечно, по мере большего совершенствования уже кинематографа музыка, а именно музыка перед фильмом, музыка в процессе фильма, да, каких-то событий фильма или музыка в конце фильма, особое влияние оказывает на зрителя. Но есть еще одна причина. Это сознательное внимание зрителя полностью сосредоточено на кадрах, которые он видит. И поэтому музыку он осознает мало. Музыка тем самым воздействует на его подсознание гораздо сильнее, нежели чем он, допустим, хотел бы. Да? И отсюда происходит банальный механизм субдействия, внушения той роли, тех событий, которые он видит на экране. Ну, а поскольку очевидно, что музыка повышает восприимчивость человека к впечатлениям, то, соответственно, с медицинской и, допустим, дидактической точки зрения желательно тщательно исследовать музыку к фильмам. И в случае, если влияние ее будет признано вредным, по возможности такую музыку исключать. Ну, вот такое обычно в Ютубе делают, когда, допустим, идет нарушение авторских прав, они оттуда вырезают эту часть мелодии. Вот в фильмах так сделать нельзя. Но на самом деле, если вы возьмете фильмы Хичкока, да, а ведь с точки зрения фильмов ужасов Хичкока, там страшно не то, что происходит, а ожидание. Вот это смакование ожидания, что что-то может произойти, как раз и вызывает такой эффект, который зрителю очень нравится, он захватывает его. Но проблема в том, прослушайте, какая музыка там идет. Кстати говоря, с Хичкоком работал отец Джо Дассена, который тоже был как раз сценаристом. Вот, ну, хорошо. Самое главное, что музыка может приводить к состоянию подавленности, ужаса, и отсюда панических каких-то состояний. Поэтому, когда вы смотрите какие-то фильмы, если вы их смотрите, старайтесь также особое внимание обращать на музыку, какое воздействие на вас она оказывает. Учитывая то, что у нас негармоничной музыки сейчас встречается очень много, как-то непонятные звуки, вроде песня, но на каком языке непонятно совершенно, да, вот повторения какие-то странные идут. Часто у нас по радио транслируют очень странные мелодии. Ну, не мелодии, точнее, а нечто из жизни людей, имеющих какие-то странные состояния. То, естественно, это также сказывается и на психологическом состоянии и поведении людей. Говоря о позитивном воздействии музыки, конечно, мы здесь должны особое внимание обратить на то, что музыка обладает целительным воздействием. И существует довольно много способов ее воздействия на душу и тело. Ну, прежде всего, музыка может успокаивать, гармонизировать, снимать нервное напряжение, помогать эмоциональному и умственному состоянию человека, мобилизовать на какие-то вещи, да, вызывать инспирацию, вдохновление, вдохновлять. Ну и современные люди часто на самом деле особо и не знают, что такое настоящий отдых
Вот у нас один человек сказал, что отдых – это перемена деятельности. Здесь я всегда говорю, что это неправда, это подмена понятий. Отдых – это отдых, а перемена деятельности – это перемена деятельности. Люди не умеют отдыхать. И более сильное средство, которое несет отдых, более сильным средством является музыка. И музыка дает и сердцу, и душе, и уму то, что сон дает телу. И умиротворяющая, торжественная какая-то музыка может помогать человеку. А часто музыка применяется, чтобы успокоить, смягчить боль. Кстати говоря, на Западе применяют такую вот музыку в стоматологических кабинетах. Но когда я был в одном южном городе, я зашел в санитарную комнату, там играл Бетховен. И взывал к чему-то очень важному и серьезному. Я ушел оттуда. Вот, ну, а результаты такого воздействия, ну, могут быть описаны следующими примерами. Ну, допустим, в Нью-Йорк Таймс, Ассаджиоли приводит пример, в клинике Чикагского университета, Нью-Йорк Таймс писали, в клинике Чикагского университета экспериментально использовали музыку для снижения напряжения у пациентов, проходящих хирургические операции. Эксперимент был настолько удачен, что медицинский исследовательский центр университета Чикаго собирается ввести музыкальную анестезию в 6 основных операционных и в 6 подготовительных кабинетах, когда откроется первый в Чикаго институт исследований раковых заболеваний – мемориальная больница имени Натана Гольдблатта. Музыка в сочетании с анестезией особенно часто применяется при брюшных операциях, но ее используют и в других случаях. Было доказано, что особенно она полезна пациентам, страдающим язвой желудка, 12-перстной кишки, которая пребывает в таком нервном напряжении, что обычный медицинский успокоительный им уже не помогает. Музыка также очень важна в тех случаях, когда пациент слишком стар или болен, чтобы принимать успокоительное. То есть, обратите внимание, музыка влияет на чувства, и музыка может усиливать какие-то негативные переживания, но может гармонизировать. Музыка имеет магическое воздействие, пробуждающее, согревающее сердце. Да? И есть еще инструментальная музыка, есть вокальная музыка. И очень часто здесь мы должны обращать внимание на те музыкальные произведения, которые приводят нас к приятному состоянию гармонии. А от прослушивания некоторых музыкальных произведений просто люди начинают засыпать. Ну, приятно засыпать, то есть музыка хорошая, положительная. Вот обратите внимание, у каждого человека есть определенный набор мелодий или песен, которые вызывают у него подобный эффект. И, конечно, музыка способствует интеллектуальной деятельности и может вызывать инспирацию, может вызывать вдохновение. Да? И об этом, допустим, итальянский писатель Альфьери говорил, что написал свои трагедии в момент слушания музыки, именно при прослушивании музыки. И через влияние на бессознательное музыка оказывает целительное воздействие психоаналитического характера. Конечно, здесь нужно смотреть именно на индивидуальные предпочтения, но все равно, когда мы говорим о духовном психосинтезе, здесь нужно объединять сознательную личность с высшими психодуховными элементами, с сверхсознательным, а для этого нужно подбирать такую музыку, которая вызывает у вас более какие-то высокие стремления, внутреннюю свободу, открытость, отсутствие страха, желания, деятельности. И здесь, конечно, особое влияние саджиоли, вот подобной музыке сверхсознания, уделяет религиозной музыке. Это органная музыка. И религиозная музыка также очень часто пробуждает и стимулирует духовные ростки, которым у каждого человека обязательно присутствует, но ожидает своего появления на свет. И духовная музыка может поднимать над уровнем обыденного сознания в те сферы, где царят любовь, радость, свет. Поэтому здесь органная музыка. Для кого-то хор, да, вот в православной церкви именно хор вызывает такое же воздействие. Но нужно, опять же, слушать в том же самом храме, когда поют, тогда это вызывает какое-то особое воздействие на человека.
если первая стадия психосинтеза с точки зрения прослушивания музыки – это духовное рождение человека, когда он начинает открывать себе что-то новое, начинает слышать внутри себя некоторую внутреннюю гармонию, такое бывает при прослушивании органной музыки в храме или, допустим, хорового пения, то вторая стадия, она связана с тем, что людей объединяет. Это чувство единства. Вторая стадия психосинтеза – это установление особых отношений между индивидом и остальными членами группы, к которым он принадлежит, ну, начиная с малой группы. Что это за музыка может быть? Это национальные гимны, это марши, народные песни. Это песни, относящиеся к определенному типу занятий или видам деятельности. Ну, допустим, песня урожая, сбора винограда и так далее. А третья стадия – это всеобъемлющий психосинтез, который состоит во все возрастающем осознании и принятии индивидуумом законов, отношений и ритмов, управляющих самой жизнью. И здесь вот это усиление состояния уже оказывается очень важным, но какая музыка здесь идеально подходит? Конечно, музыка Иоганна Себастьяна Баха. Она вызывает воображение человека, религиозные символы, прежде всего символ храма, гармоничные пропорции, сходные с пропорциями Вселенной, получается. И действительно, допустим, Альберт Швейцер также был одним из хороших знатоков Баха. Он говорил, что композиции Баха выражают первоначальную силу, проявляющуюся в вечном вращении миров. Но давайте все-таки рассмотрим требования Асаджиоли для того, чтобы музыкальная терапия была более эффективной, что требуется. Первое. Перед началом исполнения музыкального произведения пациент или группа должны получить соответствующую информацию о произведении, которое будет исполнено. Нужно объяснить структуру и ожидаемый эффект. То есть, что ожидается, чтобы человек был подготовлен. Да? Таким образом, слушатель может сознательно способствовать влиянию музыки на бессознательное. Ну и, конечно, по той же причине слушателю полезно знать заранее текст произведения, который будут петь, или иметь этот текст перед глазами. Дело в том, что напряжение при прослушивании чего-то нового может тратиться на попытку уловить слова или обратить внимание на какие-то нюансы. Когда человека сначала информирует о том, что он прослушает, он уже несколько легче будет воспринимать и больше сосредоточится не на мелких деталях, а на общем восприятии. Второе. Ну, просто иногда в музыкальных произведениях, особенно, допустим, оперного жанра, непонятно то, что поют люди, да, особенно если они поют на другом языке. Нет, по эмоциям, по их жестам можно это все уловить. А иногда бывает так, как будто бы на вокзале, железнодорожном вокзале объявляют приход или отправление поезда, или, допустим, когда вы в самолете находитесь, то командир корабля весело приветствует вас на своем командирском языке, особенно когда он переключается на английский. Вообще ничего не понятно, ну и по-русски тоже непонятно. То есть то, что он говорит, это такой рэп летчика, условно говоря, да, который не очень определен. Самое главное, что он что-то говорит, вроде бы успокаивает вас, что все будет хорошо, и куда-нибудь да вы прилетите. Следующее. Пациентам рекомендуется расслабиться, насколько это возможно, и до, и во время исполнения произведения. И это помогает как раз открыть двери бессознательного и получить всю пользу от музыкального воздействия. Ну, а релаксации можно достигнуть только тогда, когда человек занимает удобное положение. Ну, и, конечно, должен быть приглушенный свет, вербальное внушение, которая как раз производится доктором. Кстати говоря, по поводу приглушенного света, все вышло из Баварии. Король Людвиг Баварский очень любил театральные произведения, но дело в том, что в зале всегда горел свет. И как раз при нем стали делать так, чтобы освещение в зале уменьшалось, чтобы освещение было только на сцене. Пошло как раз оттуда. Вот. Следующее. Важно правильно рассчитать количество музыкальных произведений, потому что музыкальное лечение должно быть непродолжительным для того, чтобы избежать усталости и возможных каких-то защитных реакций человека на какое-то музыкальное произведение.
Полезным могут быть повторения, вот, которые действительно могут оказывать также положительное воздействие. В данном случае, если вы берете какую-то симфонию, там, вы обращали внимание, могут повторяться какие-то определенные линии повествования. Дальше нужно тщательно регулировать громкость звука, не применять большую громкость, которая, безусловно, является стрессовой. Уши-то быстро адаптируются, но психика нет. Сердцебиение будет в любом случае, и это вызовет несколько обратную реакцию. Желаемый эффект достигается за счет ритма и выше таких вот качеств, как тон, мелодия, тембр, гармония. Ну и очень важно, что бессознательно, активно, в том числе и во время сна, и восприимчиво к внешним воздействиям, в частности, музыкальная терапия здесь тоже идеально помогает с точки зрения работы с бессознательным. Также музыкальную терапию можно применять и тогда, когда вы используете ее во время сна пациента, когда вводите его в искусственный сон, ну, то есть в гипноз, и ставите какое-то музыкальное произведение. Таким образом, музыка, безусловно, оказывает достаточно серьезное воздействие на человека, на его понимание себя, на его отношение к миру, на его отношение со своим внутренним эго, со своими сверхценностями, которые у каждого человека есть обязательно. И, естественно, нужно на это особое внимание обязательно обращать, что вы слушаете, что вам нравится, и, соответственно, выбирать для себя те виды произведений, которые более вам подходят. Ну, если мы берем классическую музыку, ну, повторюсь, у каждого свои композиторы, ну, допустим, я рекомендую, допустим, Эдварда Грига, Рахманинова, Сергей Рахманинов, который часто очень близок к Григу, там, вот, по состоянию. Камиль Сен-Санс, у него прекрасные симфонии есть. Ну вот, если мы говорим о положительной музыке, если мы говорим о музыке деструктивного плана, внимательно слушайте, что чаще всего у вас работает в наушниках, в машине, дома. И я бы вам рекомендовал стараться по возможности избегать тех, условно говоря, музыкальных произведений в кавычках, которые несут деструкцию и разрушение. Потому что то, что вы слушаете, то оказывается в вашей голове и в вашей душе. И, соответственно, состояние человека, который не может связывать нескольких слов в единое предложение, как в некоторых современных музыкальных условно произведениях наличествует, когда идет непонятные какие-то слова, постепенно это будет в вашей голове. Это будет такое же мышление. Поэтому здесь музыка, прежде всего, это средство воздействия на человека, причем сильное средство воздействия на человека. Ну и еще раз резюмирую. Все есть яд и все есть лекарство. Разумное применение музыки способствует большему пониманию вас самими собой, осознанию ваших целей, вашей работоспособности и, самое главное, вашей способности справляться с трудными жизненными ситуациями, с переживаниями, с эмоциями и так далее.